обнаруживаете. Состав нереальный, на самом деле, ребята разных возрастов, от 2004 до 2007 года, но, на мой взгляд, сейчас одни из самых перспективных. Конечно же, есть еще нюансы, кто не приехал в состав. Мы все очень рады работать с такими ребятами. Сейчас самое важное – развитие индивидуальное их, понимание игры, чтение. И у нас есть ребята, как Ермаков, самый младший, 2007 года, но кто следит, я надеюсь, кто будет смотреть нас вслед за баскетболом, игрок ЦСКА Суперлиги 2007 года, значит, парень играет в старшей категории, младше всех. Он играет, занимает под 20 и больше минут. Но сейчас он здесь заслуженно, однозначно занимает важную роль. Посмотрим в играх. И не только его. У нас есть и Гагарков, Сымба 2006-го, и Кривых. У нас и Лёва Свинин из Перми. Как бы есть ребята, которые заслужили и показывают сейчас себя. Игры с нашей командой, с моей, закончились буквально за день до сбора, и мы сюда приехали под нагрузкой, можно сказать. Но сразу вроде все включились, с энергией, понятно, не сразу все начало получаться, но энергия была, команда хорошая, все ребята приятные. И вроде быстро перестроились, сейчас уже тренируемся, чтобы выполнять общие цели. Уровень вообще другой, скорость, физика, это ощущается очень сильно. Тренировочный процесс начался 2 дня назад. Мы провели уже достаточно много тренировок, 4 прошло. Утренние проходят в таком режиме больше индивидуально, а вечером мы играем 5 на 5 и готовимся к товарищеским играм. Мы будем играть с МБА МАИ, а 23-го мы играем с ЦСКА-2. Вот это я игру, жду игру с ЦСКА-2, с моей командой. Интересно сыграть против наших ребят. Да, без ВЩ скучно. Но еще немножко стесняюсь, с ребятами, с многими не знаком. Но все, коннект находим потихоньку.